столетие стартовала 12-я спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава». Соревнования соберут около 6 тысяч спортсменов со всей России. Выявлять лучших будут более чем в 30 видах единоборств. Почетным гостем соревнований стал тренер по боевому искусству джиу-джитсу из Лос-Анджелеса Маркус Виницеус Ди Луцио. В свое время его учениками были такие звезды, как Киану Ривз, Гай Ричи, Джон Маккарти и Вин Дизель. На 10 дней Тольятти станет центром боевых искусств. Карате, айкидо, кикбоксинг, тэквондо, ММА, КПР и даже владение казачьей шашкой. Всего около 40 дисциплин. В соревнованиях примут участие около 6 тысяч спортсменов. Детей и взрослых из разных уголков страны. Они разыграют свыше 1000 комплектов медалей. За 12 лет из городских соревнований спартакиада стала международным форумом. Помимо спортивных состязаний, здесь проходят мастер-классы известных мастеров. Это площадка, где могут обмениваться, скажем так, информацией, фишками, приемами, в конце концов, какими-то интересными достижениями или предложениями по проведению. Абсолютно разные бойцы, абсолютно разные руководители разных федераций. Сенсей Илья Йорга приезжает на спартакиаду уже не первый раз. Он обладатель высшей мастерской степени по карате 10-го дана и создатель одного из его видов – карате фудокан. Прежде всего, карате фудокан – это образование и самопознание. Мои ученики хорошо знают, что такое субординация и уважение к старшему. Думаю, детям это пригодится в будущем. Я не учу их, как нападать на людей. Это совсем другое. Еще одним гостем спартакиады стал мастер бразильского джиу-джитсу Маркус Виницеус Ди Луцио. Он тренировал известных звезд Голливуда, среди них Киану Ривз, Гай Ричи и Вин Дизель. Маркус приезжает в Россию уже 10 лет подряд и преподает джиу-джитсу русским любителям бразильского боевого искусства. В рамках спартакиады он проведет мастер-класс для детей. Русские дети более независимы с юного возраста. Во время тренировок с ними я замечаю, что русские дети усердно занимаются. Они не хотят проигрывать, не хотят сдаваться и отдают себя полностью тренировкам. 5 ноября, в последний день спартакиады, мастер смешанных единоборств Джефф Монсон проведет мастер-класс для любителей боевых искусств. Также в рамках форума будет проведен финал чемпионата России по силовому экстриму среди мужчин и женщин. Соревнования пройдут 3 и 4 ноября. Никита Плотников, Андрей Костомаха. Новости губернии. Тольятти.